Очень странное состояние сейчас испытываю. Похоже на какое-то обнуление или перезагрузку. Энергии в теле совершенно нет. Желаний никаких нет. Планов нет. Утром после завтрака зачем-то в душе сидел на полу с выключенным светом и слушал, как вибрирует мой голос при выдохе звука ОМ. И это где-то в течение часа продолжалось. Никогда такого не делал. Ну, разве что пару дней назад в душе мне захотелось послушать Моцарта. Реквием. Я прямо из душа вышел, мокрый, нашел телефон, поставил Моцарта и дальше уже мылся, слушая эту великую музыку. А сегодня совершенно странное состояние. Такое ощущение, что пока я здесь лежу, пространство чистит различия между нами. Границы, стирает такое понятие, как время. Разные языки, государства, флаги. То, что всегда разделяло. То, что никогда не было единством. А сейчас оно возрождается. Поживем, увидим.